В Министерстве финансов предлагают оставить в силе все принятые раньше решения по формированию накопительной части. Со следующего года работа пенсионной системы будет восстановлена в докризисном формате. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что решение принято своевременно. Инвестирование пенсионных накоплений позволит заместить ограничения на приток капитала со внешних рынков. Если контролировать переток этих денег в реальный сектор, то подъема производства можно достигнуть быстрее, чем прогнозируется. Негосударственные пенсионные фонды получили больше возможностей для инвестирования. Сейчас они проходят процесс вступления в систему гарантирования. 26 фондов уже присоединились к этой программе. И теперь их волнует вопрос, когда и в каком объеме государство вернет на счета замороженные накопления их клиентов. Возможные инвестиционные риски при размещении этих средств уже учтены. Но нельзя сбрасывать со счетов аргументы, которые раньше приводили министры социального блока правительства. Эксперты предупреждают, что сохранение накопительной части пенсии ежегодно будет увеличивать дефицит пенсионной системы. Возможно, правительству придется вернуться к обсуждению такой непопулярной меры, как повышение пенсионного возраста. Минтруда будет и дальше отстаивать свою позицию. Есть предположение, что социальный блок предложит ужесточить требования к работе негосударственных фондов.